Первый день закончился, ночь пережили. Многие практически почти не спали, потому что пока знакомились, перезнакомились. А сейчас утро, у нас подъем в 7 часов, 7:30 гигиенические моменты, 8 сейчас будет общая молитва. Второй день после заезда. Еще готовится завтрак, а здесь уже желающие читать утренние правила выстраиваются. Привет, мои родные. Ну, поделитесь впечатлением первого дня. Сегодня утро, молитва уже прошла. Что вам вчера понравилось? Вообще ваши впечатления? Ну, в первый день, конечно, это самое яркое событие было, это концерт. У нас наши ребята, молодежь из всех благочиний Ейской епархии, из других епархий, которые у нас в гостях, да, они сами показали концертные номера, там песни, стихи читали на музыкальных инструментах, играли, даже жонглировали. Концерт был настолько хорош, что даже дождь не разогнал публику, то есть люди под дождем слушали, смотрели, и никто не расходился. Ну, а впечатление сегодняшнего дня, конечно, это в первую очередь море. Мы специально встали пораньше, чтобы до подъема успеть прогуляться по берегу. Вот, море чистое, прохладноватое немножко, но очень-очень красивое, как всегда. И, конечно, общая молитва. Общая молитва – это всегда сильное впечатление. Это не то, что когда дома один стоишь. Тебе тоже все нравится? Да, мне тоже все нравится. Ну и слава Богу. Благодари, мой родной. Начались межепархиальные состязания по волейболу. Сделали увлажнитель воздуха из Кёрхера. И все пошли есть. Дорогие отцы, братья и сестры, все на обед. Осмысленный и значимый. Для этого фундамента. Сейчас едем на вечернее богослужение, все у нас идет по графику, завтра божественная литургия, вроде все ребятам нравится. Нравится? Да. Очень. Что там, кто-то там еще шпионит. В общем, все хорошо. Все, давай, подавай. Давай.